В Чебоксарах состоялась внеочередная конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия роста» в Чувашской республике, на которой присутствовали 12 делегатов. На конференции председатель региональной партии «Партия роста» Александр Капитонов заявил, что у региональной партии «Роста» огромный потенциал. Партия огромный потенциал в таком длинном промежутке стратегически. А сегодня, если взять выборы этого года, да, 18 сентября 2016 года, я думаю, мы организуем фракцию в Госсовете Чувашской Республики, и партия «Роста» организует фракцию в Госдуме Российской Федерации. На повестке дня были рассмотрены вопросы о выдвижении кандидатов в депутаты Госсовета Чувашской Республики 6-го созыва. После обсуждения состоялось тайное внутрипартийное голосование, по итогам которого был окончательно утвержден список из 11 кандидатов в депутаты Госсовета Чувашской Республики 6-го созыва, выдвигаемых по одномандатным избирательным округам, и общепартийный список из 38 кандидатов, выдвигаемых региональным отделением Всероссийской политической партии «Партия роста» в Чувашской Республике. Надеюсь, что у партии роста большое будущее. Мы за рост, за экономический, политический, идеологический, культурный, за процветание России. В настоящий момент все необходимые документы по выдвинутым кандидатам от регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия роста» представлены в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики. Анастасия Соколикова, Эдуард Остеров, «Жизнь столицы».